Сильва, как эзотерически победить невроз, панические атаки? А есть мантры, там я давал их, припутав, трявсык и степлову. Читайте каждый слог по 108 раз, делайте это 3 раза. Наталья Волковская, у меня такой вопрос. Если существует показатель после начала совместного проживания пары, мужчина начинает зарабатывать больше, то как оценивать тот факт, что женщина всегда зарабатывает больше до встречи с мужчиной, а в совместном проживании ее уровень заработка падает? Куда течет любовь, туда текут и деньги. Это связано вот с чем. Вы обожаете этого мужчину, в его жизнь или в его сторону начинают течь деньги. Он, в свою очередь, занятый зарабатыванием, забывает, что вам необходимо делать там подарки, говорить красивые слова и так далее. И, может быть, забывает о том, что в вашу сторону необходимо тоже направлять любовь. Поэтому делайте для него что-то хорошее, там, испеките ему торт, гладьте его по ноге, пусть в вашу сторону тоже течет любовь. Сядьте сегодня прямо вечером возле кровати, начните ему гладить ножку, сделайте массаж, скажите: ты мой зайчик, я так люблю, большое счастье, что ты со мной, что ты появился в моей жизни, я так радуюсь этому. Делайте это ежедневно. На протяжении этого месяца доход в вашу сторону увеличится многократно. Да. Объяснил, да?